мы получим бесценный опыт, которого не было до этого. То есть наши учителя получат навыки работы с теми информационными системами, с теми интерактивными площадками, которые сейчас вот открыты для доступа. И что из этого опыта можем взять с собой в новую жизнь, в жизнь после карантина? Как ни странно, довольно много. Это и дистанционные родительские собрания, это и онлайн-консультации с учителями, это и возможность предоставить детям видеозаписи уроков лучших учителей. И много-много других форм.